С начала этого года налог на добавленную стоимость НДС увеличился на 2%. Это учли и в тарифах на услуги ЖКХ. Первый раз повышение произошло в январе, второй раз тарифы поднимут с 1 июля. За 1 кВт-час электроэнергии горожане будут платить на 6, а сельское население на 4 копейки больше. Газ подорожает на 10 копеек за куб, тариф составит 5 рублей 72 копейки. За вывоз мусора жители городов будут платить по 76 рублей 75 копеек с человека вместо нынешних 75 рублей 69 копеек, то есть на рубль 6 копеек больше. Тарифы на тепло, холодную, горячую воду и услуги водоотведения также вырастут, но не больше, чем на 2%. В большинстве населенных пунктов республики размер платы за коммунальные услуги для граждан вырастет не больше, чем на 4%. Однако есть исключения. Так, жителям алаторских пятиэтажек, построенных раньше 1999 года и не оборудованных приборами учета тепла, придется поставить счетчики, либо платить почти на 17% больше. Право на денежную компенсацию на оплату ЖКУ, помимо федеральных льготников и других категорий граждан, имеют семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода. Также у нас производится компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет. По итогам 5 месяцев 2019 года указанную меру поддержки получили 7,7 тысяч человек.